Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Алена и Александр, и мы находимся в городе Медельин. Сегодня мы вам покажем финиковые пальмы. И это все находится в центре города. Вот так свисают финики такими красивыми гроздьями. А когда их убирать будут? Когда они поспеют, там приезжает служба, их срезают. То есть они сейчас на стадии созревания, да? Это коричневые, да, финики, да. Вот такие вот здоровенные. Их потом берут в морозилку. Там он косточка маленькая. Они еще терпкие. Они еще не спелые. И даже не сладкие? Нет? Нет. Вот. Ну, вот такие огромные, большущие финики. Потом их делают морозилку, сушат, вялят, вернее. Делают вялеными. Это опадают финики буквально на траву. Вон там тоже ветка упала. Вот такая вот. Они висят. А, так это уже все пропало, да? Они уже не дозрели? Да, все. Ну как жалко, а? Ну как? Они зеленые, как? Они же не спели. Ну, все пропало. Упала такая, да, вот ветка. Обломилось. Ага, а от чего так? Это от ветра или что? Или не выдерживают? Не выдерживают. Под таким грузом. Смотри, какие огромные. Вот такие вот огромные. Ну, такими пачками. Плоды, финики. Все это в черте города. Да. Вот наши новые постройки, дома. А там новостройки. Вон акведук дом. Да. Это... Каждая пальма пронумерована. Вот они. Вот. Водичка капельная, видишь, от внизу. И под каждую пальму подведено капельное орошение. В Израиле без воды ничего не растет. Вот. Вот. Вот, каждая пальма пронумерована. И индивидуальный вот такой полив под каждую пальму. Это пальма номер 162. Это пальма номер 164. Это пальма номер 165. Так что все под учетом здесь.
Мы в таком скверике находимся, финиковом таком. Здесь так пахнет свежестью, такой аромат идет отовсюду. И трава вкусно пахнет, и воздух свежайший, и место красивое. Здесь очень хорошо дышится. Вот рядом с пальмами находятся клены. А это уже другой вид фиников, желтый. Здесь целая аллейка таких фиников. Финики сушат. Сначала замораживают, чтобы не было вязкости. Потом уже вялят. Вот эти желтые финики, их замораживают. Их замораживают. Вялеными я их не видел. Может и вялят, но не знаю. Видите, какая аллейка такая с пальмами. Желтенькие такие финики. Такими красивыми гроздями желтыми они свисают. Красивое зрелище. А коричневые финики вялят и продают как сухофрукты. А еще из фиников делают финиковую пасту. Это прекрасная начинка для выпечки, для пирожков, для рулетов. Делают финиковый мед. Это такой сладкий тягучий сироп, который тоже можно использовать вместо обычного меда. Допустим, для маринования курочки, крылышек или мяса. До новых встреч!